Итак, привет, дружище, давай быстрее усаживайся поудобнее, запасайся всякими ништяками, что можно пожевать лучше всего конечно же пельмени пельмени это просто вне конкуренции и да у нас сегодня пельмени это бездонатный аккаунт который я развиваю с нуля это уже по идее такой третий официальный наверное проект есть отдельный плейлист по данному аккаунту потому следите за скажем так сериалом участвуйте все будет хорошо у нас тут и отдельная движуха в нашей гильдии под названием дурка но сейчас я не буду тратить время объяснять что зачем и почему по поводу гильдии это это уже будет в следующих видосах. Наша главная задача сегодня запечатлеть этот момент. Первый раз буду проходить битву гильдии на пельмени. Нет, на самом деле не первый раз. Первый раз, когда началась битва гильдии, она появилась, скажем так, у нас, да, я просто не ожидал, вот э, у меня не было времени записывать видео, и как бы я проходил на стриме. Сейчас я очень долго сидел, ломал голову, что мне делать на стриме, это проходить или нет, потому что сейчас я записываю это видео в четверг. Да, записываю видео в четверг, в четверг по вечерам обычно проходят стримы, посвященные битве гильдий, я вот думал или на стриме проходить, или видео записать, и как бы по времени все не успеваю, все очень грустно, и не хочу снова видосы откладывать, знаете, ну, записывать их слишком заранее, потом ты там думаешь, это, блин, какое-то видео можно потерять, еще что-то случится, но думаю, ну все равно надо, как бы выложить в тот же день я не успею. Ну и плюс за пара, знаете, с, гиль... с битвой гильдий записывать неизвестно сколько времени есть сейчас я потрачу на это прохождение, да, там же еще плюс 100-500, наверное, неудачных попыток будет, или и мне это потом сидеть, искать, вырезать, короче. А потом думаю, ну, ай, давай, все-таки, ну, одна битва гильдии должна быть запечатлена, скажем так, на пленку. Вот, как бы странно это не звучало вот если что возьму возьму что-нибудь вырежу а может быть и не вырежу а может быть не буду париться и по угару пройду и там сольюсь посмотрим что сегодня получится так что смотрите видос до конца а, далее далее не забудь поставить княжеский лайк и подписаться и смотри в описании там много интересных всяких ссылочек какие-то другие соцсети телеграмщики там твичи и прочее ты тоже можешь дружище подписаться не забудь про колокольчик чтобы не пропускать уведомления о новых видео а, с чего хочу начать. Прошлое видео у нас закончилось тем, что я там открыл новых героев и как вы видите, у меня вот что-то как-то сейчас два последних дня, признаюсь честно, не особо. Играл на пельмени, это не значит, что я забросил, но вот что-то и прекрастинация какая-то была, что-то не мог ничем заняться, и времени не было и вот даже сегодня я полдня был за рулем, грубо говоря, отвозил семью в другой город. Но я доберусь и все будет хорошо. Единственное, что я... А, ну тут как допа, типа, а чуть-чуть прокачал... Вот седну прокачал. А, нет, даже, даже седну еще не прокачал. А по просвету 29-й. Ну, как бы окей. Слушай, я просто думаю, сейчас седну используют на битве гильдии, потому. Э, смотри. Опа! 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 Спалил бугимена. Постараюсь при, э, при. 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 При монтаже не забыть вставить. Короче, вот сегодня. Когда сидел ломал голову, записывать это видео или нет, с бесплатной попытки, короче, выпал бугимен. И давай, да, 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 давай без всяких. А то я знаю, там в комментариях сейчас начнут. Нет, все, играем без доната, все четко. А, еще момент интересный. Я, походу, где-то спалил свой IGG ID. Я не знаю откуда, но это я предполагаю с Вигеймерса, потому что мне пришли вот эти вот самоцветы. А да, кто не знает, кто участвует в нашем проекте, в нашей движухе. Неважно, вы там вступили скажем так, в гильдию или не вступили. А с Вигеймерсом, плюхами с Вигеймерсом можно пользоваться. Потому что, как бы, это не нарушает, скажем так, нашу бездонатную движуху, друзья. То есть, э, ты же на Вигеймерсе плюхи получаешь бесплатно. Ну, так вот, мне пришли плюхи с Вигеймерса. Или, я не знаю, секрет-код -э было написано. Напишите в комментариях, откуда пришли. Где-то, вроде как-то, я, наверное, спарил ну, ID. Но я его специально никому не давал, чтобы мне там, знаете, никто никаких плюх не присылал. Но есть если уж такое дело пошло, то как бы ладно, ну, ребят, ну, ну присылайте. Вот мой GG ID, присылайте. Что уж тут поделаешь, друзья? Присылайте, я не знаю уже. Как бы, а может быть, это с акции какой-то пришло. Я, короче, жду ваши комментарии, вы меня просветите. Да, смотрите, накапливаются легендарные карточки. Вот это у нас с фонарикой желаний. Карточки. Опять же, это будем уже в следующем видео открывать. И бугимена будем открывать. Короче, раз, два, три. 4, 5, 6, 7. 7. 7, новых героев появится. И я думаю, что будет все круто и бустанем силу. Но единственное, может быть, даже запущу отдельно. Их я распакую, а потом, может, отдельно стрим запущу, как буду их прокачивать. Не знаю, блин, я хотел короткое видео сегодня записать. Нам еще битвы гильдии проходить, а я тут сижу с вами, была боль. Окей. Так, давайте сетну прокачаем, немножко докачаем, чтобы я ее уже мог использовать. Дальше руны. А, руны. А, вот. Вот, самый, э, самая главная фишка. Ладно, там самоцвет, это все ерунда. Мне прислали, или откуда-то пришло, может это всем пришло, я не знаю, ребята, короче, я думаю, это Вигеймерс, а может быть какие-то приколы в игре, за что-либо, да, за какую-то акцию прислали. Короче, прислали мешки с золотом и маны, и это прям вообще офигительно. А, так, просветим, да? А, просветили. Дальше, навык, навык, давай. Ой, навык, навык, опа, семерку, мы можем себе это позволить, друзья. И мне кажется, вот эти вот тоже, вот эти вот синие слизни тоже пришли, ребят, потому что мне кажется, что их уже не было, да, они закончились. Плюс 350 силы, ну, как бы тут особо у нас талантики не поменяешь. Слушай, ну давай одну коробку откроем. Джо, я, хот... нет, давай все-таки будем их открывать, когда станет больше героев. Давай вот так вот пока что сделаем Талантов у нас нету никаких Тут я что-то забрал Есть тут халяв, халявы, халявы никакой нету Здесь Здесь маны не хватает Но это тоже потом прокачаю Седну, седну, седну я поставлю Наверное Вместо Деда Мороза Мы же типа а дальниками будем пытаться проходить да? Потому берем Вот у нас стоит здесь Дед И мы ставим грубо говоря седну Седна. Она у нас без таланта, без эволюции, без ничего. Вот, можно питомца какого-то поставить. Не знаю, какого. Так, такого. Дальше, руны. Вот, можно уже как бы заняться, на самом деле, тем, чтобы эмблемы расставлять. Ну, давай, я не знаю. Ну, не знаю. А, я, я даже шестой бастион не могу поставить. Я даже это не могу. А, просвещения нету, да. Пока что, пока что у нас эмблемы копятся. А юнитов давайте сейчас быстро наймем, юнитов быстро наймем, юнитов быстро наймем, юнитов быстро наймем. Так, давай, давай. Опа. Дальше. Короче, сложно, сложно мне сегодня будет. Но говорят, вроде пацаны там не слишком все грустно. А, я думаю, что следующее видео, в следующем видео мы уже будем исключать достаточно много игроков. Потому что вот как бы вы сейчас посмотрите в прошлое, а я обращаюсь к будущему. Не знаю, вот сейчас зайдем в гильдию. Смотрите, в прошлый раз я игроков, которые набили меньше меня на битве гильдии, я их пожалел. Но сегодня, если у кого-то будет плохой результат, я, конечно, никого жалеть не буду. Ну, точнее, уже там в следующем видосе, может, там завтра еще что-то. Хотя не хочу видос, конечно, наперед записывать, потом Ладно, 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 друзья. Так, рейтинг гильдии, события, битва гильдии. Кого? Я, я видишь, я даже у меня нет никакой инфы, где кого можно легко пройти. Да, тут, ну, 200 тысяч силы, да, у них тут эволюция, шмалюция. Тут, как бы, тоже до Тут вроде без эволюции. Давай попробуем. Дальники пошли. Ай, стрелок, вот в рот тебя еба. Е... Да. Да. Не, ну тут как бы, когда у тебя нету даже первой эволюции, стоит стрелок, это конечно, это конечно достаточно грустная ситуация. И тут стрелок стоит, да господи, вы чё там вообще? Тыкву убили. На остальные что держатся, не держатся? О, там у нас со второго. Ясно, ясно, ясно. Пока что мне сюда лезть рано. Дальше, что у нас тут? Тут у нас что-то тоже со второй. Ну, ясно, где вторая эволюция, там еще и где-то и первая есть. Ну, как бы ладно. Дальше. Не, а тут, да, тут тоже можно уже потихоньку начинать смотреть ту тему, что, знаешь, зачастую выгоднее какого-то чувака пройти на 50%, да, сильного, и ты получишь больше очков, чем если ты пройдешь чувака слабого на 100%. Это мы будем потом смотреть, но мы не, как бы у нас сейчас тактика больше заточена на то, чтобы героев убивать. А, слушай, тут тоже все ставятся второй эволюции. И это 60 тысяч сил. Вы чё, блядь, это что такое вообще? что там все долбанулись, я не знаю. Накачали, блин. Давай сюда. Твинков там своих. Тут тоже, как бы, до свидания. Господи. Я даже, наверное, может вырезать не буду ничего. Будете э -э, видеть все мучение. 174. Кстати, тут не знаю. Тут как бы. Тут как бы тоже со второй эволюции, там стрелки стоят. Вот это вот все сложно, 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 ребята. Но раньше, я помню, на Тунце была тактика поначалу, когда у тебя толком героев никаких не было, ты выпускал... Ты... Тогда еще автопрокеров столько не было, да? Ты выпускал ангела, на него цепли навешал, а потихоньку здание вырубал. Но тогда его здание столько хп не было. Ну, разные, Ау, язык прикусил. Когда-то были, конечно, разные тактики, да, на прохождение битвы гильдии. Ну, вот 90 тысяч силы, да, там уже все чуваки со вторыми эволюциями. Я не знаю, кого там сейчас все проходят. Ну, вот тут даже, господи, э, кто-то... Некросс стоит, господи, откуда у тебя... Нахера тебе на 60 тысячах некросс? Там уже донатеры, вся хрень, везде вторая эволюция. Вон, у меня ровесники по силе, да, по силе. Вот что это? Стрелок тоже стоит, что ли? Окей. Okay. И допустим, 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 а ну да, стрелок. Просто да, тут э, моментально выкаблучивают. Слушайте, а у нас же сила потихоньку растет. Что мы дальше будем делать на битве гильдии Херова, знает? Не, ну сейчас уже у многих пацанов у нас в гильдии там, э, скажем так, скажем э, так, скажем э, так. Айгучень так, скажем так. У многих пацанов уже в гильдии там есть эволюция. Это я пока отстаю. Но у меня скоро появится много героев. У меня есть а, молоточки. Улучшу здание, да, прокачаю. Шестую таблетку получу. Слушай, мне реально некого проходить. Или только тупо, совсем-совсем слабых. Короли. Давай посмотрим, что у тебя здесь. Ну, тут, да, тут, по-любому. По-любому, тут все грустно. О, тут Купидон, скита... землеройка, вражей, Фрея, да. Теперь сейчас я блядь, вырублю своими героями 7.10 160 уровня. Ну давай, вот 73 тысячи. Хоть тут есть что-то вообще. Не, и тут даже вторая эволюция. Космо, откуда-то. Откуда у вас такие крутые герои, блядь, пацаны? Как вы живете? Как вам не стыдно вообще? С такими крутыми-то героями жить? Я интересно, кого-то убью? Понимаете, я даже тут 50%-то не особо где-то набью. А, надо отвлекать космо, потому что это ж, это ж жопа будет. И он стрельнет. Мы что-то по нему попасть не можем. Ну, 52% набили. Так, пора Гаргула выпускать. О, слушай, я отвлек Космо. Мы убили Космо. Мы всех убили. Мы даже разогнались. Так, ну, 235 я получил. А дальше-то что делать? Mm. Ну, типа, это все, это вторая эволюция. Я хер его знает. Ну, давай тогда всех вместе выпускаем. И что самое главное, автопрокеры, вон, посмотри, Афины там всякие. Просто, ну, типа, 50% набивать. Mm. Не ну, зови каких там героев даже выкаблучиваем потихоньку. Если 50%. Не-не-не, выходим. Если уже 50% набивать, то как бы Как бы уже надо на каком-то. Вот, 76, допустим, тысяч сила. Все, блядь. Некросы. Господи, откуда? Откуда у вас... птва, некросы. Просто накидывает, накидывает мое почтение. А -а -а -а! Ладно, давай сюда тыкву, кто-то по тыкве бьет. И давай этих с этой стороны. Тыква, давай там разгоняйся. Юнитов пустим на всякий случай. Не знаю, помогут, не помогут. Ну, будем на... Гаргулу убили. Ёпт твою ж мать. Ронин. Слушай, один Ронин-то и остался-то, по сути. О, он убился. Нормально. Слушай, я уже хотел выходить. Нормально, мы затащили. Все-таки, да, все-таки Седна не зря пришла. Видишь, подняла героев, они нам помогли. Грубо говоря, мы уже двух противников прошли без слива. Это, это радует. Да, они самых сильных, но тем не менее. Почему бы и не, да? А, так. Так, окей, тут я возобновил. Еще три противника где-то надо выловить. Так, вот, допустим, 84 тысячи силы. Бля, ну тут вторая эволюция, пацаны. Ну, не знаю, вот, ну, как бы даже, понимаете, проблема не сколько во второй эволюции, а вот во всяких автопрокеров, гребаных э, стрелках. Вот, сразу моментом, да, бац, у нас тут героя вырубили. Типа, ну, нужен жирок героям. У меня аж не ни таланта, ничего. Вот, смотри, ну, мы там даже, мы, ну, мы грыземся, мы грузимся, кого-то врубаем. Так, тут что за твинки? А, тут, конечно, изично. Тут изично, изично. Ну, может, по чистогану пройдем всех. Как бы по 200 очков получаем. Больше штуки точно набьем. Так, я надеюсь... Ой, седную билета плохо. Так. Слушай, а что а у нас не получается? А что тут? Ну, тут супер питомец, тут супер питомец, окей, а что ему не нравится-то? Давай, допустим. А, тут, смотри, башни. Так, допустим, вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Ну, туда. Ой. Сед... Седну бьют. И это плохо. Не, я не могу его пройти. лол. Лол, кек, чебурек. Ай, ну тут-то-то по-любому пройду, а. Там просто какие-то непонятно. Может, они уже с первой эволюции. Плюс там всякие свалины. Хера свалины. Тут-то легко. Коля какой-то. Ну, посмотрим, даже если я чисто 5 слабых противников пройду, я получу больше 1000 очков на битве гильдии. Но это все равно, согласитесь, это нормально. О, ну, типа, не стыдно. Я более чем уверен, да, я... Тут Ассура. А, ну тут мы были. А дальше тут совсем... Хотя, смотри, здесь до хрена кого можно пройти. И что я парюсь-то, а? А потом просто наступит момент, да, когда я буду... Не смогу тянуть. Вот, но мы будем просто набивать, стараться набивать у каких-то... Ой, что-то я тут поборщил, походу. Будем стараться у каких-то сильных противников набивать по 50%. Слушай, я тут что-то даже не посмотрел, а тут нас могли и вырубить. Нормально. Буду просто у каких-то сильных противников набивать по 50%. Это будет выгоднее, чем я вот таких слабеньких буду проходить. Но каждый раз будем смотреть по ситуации. Но в целом, я думаю, что я не знаю, может быть, вам зайдет, конечно, вот видео по битве гильдии. Я думаю, что, конечно, нет. Вот, но если вы там проявите сейчас активность, будет много вопросов, ну, типа, просмотров, вы в комментариях напишите, что князь лучше снимай видосы по битве гильдии, да, на молодом аккаунте, чем, скажем так, их проходи на стриме, то я с удовольствием, если вам надо, пацаны, буду снимать, и девчонки, буду снимать для вас видосы. Так, ну тут хранитель и череп. Это, конечно, да, опасно. Давай по чуть-чуть попробуем. Попробуем грызть, кем мы еще можем нашим эпиком грызть. И по идее седной. Тыкву даже высаживать не буду. Хранитель у нас отражение. Капитан Дрейк, кстати, может огрызаться. А, еще черепа. Черепа стоит бояться. Вот, давай тыковку. А, все, мы всех, мы всех задолбали. Ну, то есть, мы всех вырубили, ребята. Же все не так уж и плохо. Все не так уж и плохо, ребята. Ох ты, ёпта, а кто это моих юнитов сейчас вырубил, а? Кто это сделал? С кем там дерутся? Так, 217, ну окей, нормально. Нормально. А, стой, все? Я прошел битву гильдий? Ёпт, 1117. Же неплохо. Смотрим результаты. Я обогнал чувака, у которого 61 тысяча сил. Я обогнал чувака, у которого 75 тысяч сил. У кого 67 тысяч сил. Я обогнал чувака, у которого 100 тысяч сил. Вот, э, слушай, ну, в целом, в целом... Да я офигенен. Не, ну, я думаю, уже в следующем видео будем смотреть на результаты битвы гильдии. И уже, я думаю, там, ну, как бы будем кикать по максимуму. 10 человек за один день точно улетят. Вот. И так что вы готовьтесь вступать, если вы недавно начали твинг. И у вас силы. Сколько у вас силы? Если у вас, ребятушки, сила от 62 до 72 тысяч, вы играете без доната. Вы начали играть не позже, чем э, пельмень, то будем ждать гильдии. Потому что я говорю, оттуда люди сейчас будут улетать только так, потому что вот все, знаете, просто безраздумно начали дуть силу, силу начали дуть, но как бы, а как битвы гильдии проходить? То тут уж извините, да, вот. надо это исправлять, чтобы люди думали не только о том, что как бы чувачки камон, да, не только силу надо прокачивать, но и руки и героев. Я думаю, что на этом все. Слушай, не такое уж и долгое видео получилось. Спасибо, кто досмотрел до конца. Тебя никогда не будет мучить простата. Пожелайте удачи, большущей, огромное спасибо за поддержку. Вот нормально, нормально, нормально. Всех целую и пока.